Чего, жарюга? О, жарище. Ужас. Как на такой жаре сидеть? Уже закрывающий мокрыми тряпками всем подряд. Вот так вот. Мужики, завидуйте. Всем носки дарят, а мне жена подарила цепочки на день рождения. Всем носки. Правда, не по размеру. Я еще металл не знаю, какой надо. Надо металл еще узнать какой. Даже две, не одну, а две. Две цепочки подарила мне на день рождения. Вот так. Скоро всем носки дарят. Мужики, завидуйте. А мне две цепочки подарили. Сейчас покажу. Да что такое-то, не вставляешься? Ужас, жарко. Металл горячий. Все горячее. Все горячее. Сейчас мы... Вот, пилу сейчас сделаем. Сейчас вам отпилить придется цепочку. Не по размеру подарила-то цепочку. Ну чего ты не закручиваешься-то? Вот так вот. Меня любят. Сейчас я вам цепочки покажу. Длинная. Длинная, надо спилить. А тяжелые, я не знаю, что за металл, но они тяжелые такие. Цепочки. Все. О! Все нормально, пилка нормально. Сейчас я вам цепочки покажу. Вот! Две цепочки подарил. О! О! Ёлки-палки, а вторая еще больше. А вторая вон, смотрите, какая, это ужас. Ты нам мне две цепочки подарила. На день рождения, говорит, тебе две цепочки. Соседи настучали, говорит. Приходит и говорит, по бабам хочешь. Я говорю, не хожу я по бабам. И вот я все-таки выкрутился. Я и доказал, что по бабам не хожу. В моем возрасте. Я говорю, какие бабы? Ты что, говорю, Марина, с ума сошла? Какие могут быть бабы в моем возрасте-то? Вот. Хожу иногда по девкам. По девкам. И то ходил-то всего. Один раз ходил всего. Днем. Остальное все ночью. Так что, мужики, завидуйте. Вот, вам только носки дарят, а мне цепи. Мне надо... Я даже не знаю, что с ней делать. О, батарейка садится. Мне надо вырезать вот или с той цепи, или с вот этой цепи вырезать вот. Или с вот этой. Мне надо крючок вырезать и сделать цепь на казан. Маленькие все вот эти, которые сейчас вот так вот паяны, они рвутся все. А я с этой цепочки, ну не знаю, может успею это отдраить ее. Тут неделя осталась до дня рождения. 100-литровый казан, я не знаю, сколько он весит-то. Опа, приезжайте на день рождения, кому-нибудь цепь подарю, мужики. Чего у вас все носки да носки? На 23-й да на день рождения. Во, цепочечка. Ну, если что, сдам. Ламбар или металлом. По бабам ходит. Кто по бабам ходил-то? Говорю, один раз ходил по девкам. И то днем. Остальное всю ночью. Вот. Кому надо цепь? Привяжите мужика на цепь. Эти цепи. О, Александр Мацинкевич для меня песню написал. Земляк наш. Севолжский. Эти цепи, цепи надо. Петь не умею. Эти цепи, цепи надо. Нам продать. Ужас, сколько они весят. Все, всем пока. Скоро день рождения, приглашаю всех на пол. Ну, порций 100, наверное, будет. Поросенка уже вчера мы где-то уволокли. Еще надо барана и курдюка надо. И еще надо камин прожарить. И крышку надо сделать. И печку надо из бочки сделать.